Вот, я лучше сейчас вам покажу, куда мы поднимемся. Мы сейчас поднимемся вот на самую высоту. И там есть точка обзора. Нам откроются прекрасные виды. Сгорело. Ух, просто кошмар. Так, друзья, мы зашли. Угу. Ух ты, шо? Там будешь сейчас писать. И куда мы едем? А что ты нажал? Там и он... А, там... И черная полоса. Да-да-да, подожди, дарусь. Побачишь из-за света. Из-за света, да? Так, это вот план нового района. Идем дальше, на крышу. Ух ты, раньше были такие конструкторы, и мы складывали дома вот такие. Так, друзья, не пытайтесь повторить это, потому что не всем можно сюда подниматься. Открыто? О-о-о! Офигеть! Офигеть! Просто! Блин! Блин, страшно что-то ходить здесь, слушай. Вот открывается вид, смотри какой. Да, в общем, тут под... Да, вот оно еще ремонтируется. То мы сфоткаем и покажем. Смотрите, какой вид. Ты пока расскажи, что тут видно. Короче, тут еще можно выйти и вот на воздух даже. А ну дайте, дайте, дайте. Выйдем, а потом ты... Ух, как страшно! Ой, как классно! Подожди, тут... Так, друзья, это еще не все. Мы поднимемся сейчас на крышу. Ух, мне уже страшно, очень сильно. Влад, ты где? Далеко еще? В смысле не знаю. Блин, это трэш, куда мы идем? Влад, да куда идти? Ты что, гонишь? Что ж ты не сказал, что надо по ступенькам подниматься, блядь? 300 этажей. Сколько подниматься? Этажей 5. А? Да ты сказал бы, что это надо подниматься, блин. 5 этажей вверх еще. 10, мы уже 5 поднимались. А не, это самое. В тебе не шутки? Влад. Влад. Иди Соню бери на руки и неси. Ну да,
ну ты ж, когда ты предложил сюда подняться, ты понимал, что это, сколько туда жить? В смысле? Ага. Что? Поезд есть еще? А что, лифт сюда не ходит? А? Нет. Да-да-да. Все? Да-да-да. Все? 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 Что? Закрыто все. Закрыто? Да. Не, ну ты вообще? Да. Я что? Ты заколебал. А может все равнялось? Ладно, в общем, вы поняли, да? Тут может быть открыто. Там просто нету этих окон нигде. Короче, помните, везде не закрыто. О, господи. Ладно. Так, короче, теперь...